Так. Извините. Здравствуйте, это канал Максимадзе, и такое вот небольшое, такая вот небольшая новость. Мой второй канал, Максимадзе для детей, перемещается на другой аккаунт. Ссылка на этот канал будет в описании. Это связано с тем, что я забыл от него пароль. Просто вот взял и забыл, нифига я не записал нигде этот пароль. И толком я могу на этот канал зайти только со своего компьютера, но боюсь, что через некоторое время как-нибудь попросит ввести пароль, и который я вообще не знаю. В общем, на том канале больше не будут выходить видосы, и я там написал канал закрыт и так далее. И, в общем, вот, сейчас вы увидите этот новый канал. Выглядит он так же, только пока нет просмотров, как вы видите. И вот единственная вот одна проблема есть, это то, что вот здесь вот в разделе должны быть ссылки на каналы, их можно сюда подставить. Но YouTube так обновил правила, что я не знаю, как это теперь делается. В творческой студии нигде таких вкладок нету, и я не знаю вообще, как убрать ссылку на этот, на тот старый канал со своего основного канала. И не знаю, как с того канала убрать все ссылки и так далее. Добавить ссылку на новый аккаунт. Если вы знаете, напишите обязательно в комментариях. Ну, я в интернете попытаюсь еще поискать. В общем, видео про богатырей здесь уже есть. Два. Переходите на этот канал. Я записал от него и пароль, и почту, и так далее. Себе именно записал. И постараюсь ни в коем случае не забыть его. Ладно, в общем, такое вот объяснение. Переходите с того канала на этот. Ну ладно, всем пока. Вот такое вот короткое видео сегодня было. Пока.